Доброе утречко. Доброе утречко. Погодка замечательная у нас. Да. Меня аж откидывало сюда, к этой перекладине. Там доски специально, чтобы дверь вот так вот не вырывала с корнем. Угу. Я иду гулять. Все хорошо. Все, как всегда, я иду гулять с козами. Сегодня у меня день козы, это все, как его, российский козовод она. Козовод, пьяная коза от зрителям, мало ли, которые не знают, да? Первый раз зашли на канал. Сейчас переверну. И будем дальше возиться с сырами. Потому что уже нужно уделить время поухаживать. Мне прям теперь, ребята, дома я ухожу, когда гулять с утра, с козами ставлю молоко на пастеризацию. Они тут мешают его, пастеризуют, отключают и звонят мне, и потом только я прихожу, представляете, я и гуляю с козами, не дергаюсь, и вечером успеваю. И вот сейчас уже почти все сделала, ну, прессовать его туда-сюда, пьяная коза, я уже говорила его. И вечером даже успеваю вовремя погулять, почти вовремя. И не дергаюсь, не спешу, не переживаю, что я не пойду с ними гулять, не успеваю. Так что все теперь успеваю. В том году я ребятам не доверяла никому. То есть у меня даже и мыслей такого не было. Я устаю, думаю, почему я в том году до этого не додумалась. Просто поставить кастрюлю с молоком, объяснить им, там, до скольки градусов, да, когда отключить. Не знаю, вот так вот летела домой. Вечером уже выходила с ними, уже темнеет. Я с ними только выхожу, лазю тут в темноте по полям. Так, опять на 15 минут, да? Опять зачалили? А ты уже тут съел? Да. Ты уже тут съел? Да. Так, этот отставляем пока. А в этом году прям вот свободно себя чувствуешь, да? Вкладываешься все вовремя, козы не орут там над душой. Вот хорошо прям. Я додумалась в этом году, я не знаю, почему я в том году это не придумала, я не знаю. Так, ты ведро ищешь? А где то? Ну, возьми. Сыры нужно обмыть. Сыры начинают покрываться плесенью. А, какой ужас, да? Ничего подобного. А здесь, посмотрите, на пьяной козе, да? Во! Ничего подобного, это не страшно, это нормальный процесс. Плесень, она не въелась, она покрылась только сверху. И то, я дня два, наверное, назад протирала. Видите, как уже идет. Пьяная коза. Так. Это нормальный, естественный процесс. Так должно быть. Так. Уже навела такой крепкий раствор соляной. И просто, ну, здесь нагорожено всего, но не очень видно, да? Ну, я просто протираю. Беру чем-нибудь. У меня это кусочек материи какой-то. И протираю. Чисто. И
так делаем по мере нарастания плесени. Блин, тут городушка у меня с ведрами. Потом протру, буду убирать в холодильник салфеточкой. Так. Я найду за тарелку постирать. Покупала всего два раза. Покупала. Подумаю, что покупала в магазине. Искупала. А, замочила. Я не просто купаю, я вымачиваю. А уже такой цвет, такой яркий и насыщенный получился, что уже можно и хватит бы. Хватит вымачивать в вине, я имею в виду. Сейчас он просохнет, и я еще его потом разочек помочу в вине. Она коза, это прям и эстетическое удовольствие. Да, они все такие сыры, да? Пьяная коза. Здесь. Угу. Так. Убираем в сторону. Да? Угу. Пока. Потом я их протру и беру в холодильник. Так, а сейчас посмотрю, может еще какой мне промыть? Еще. Мраморный. Такой он, без плесени. Такой. Вообще. Я его просто переверну в тарелку. Хорошо, достала и сообразила. Сыры-то они изначально. Ну, все такие сыры. Одинаковые. Взяла и хотела делать следующие процедуры, то есть вымачивать в вине, а сообразила, что тут грюйер лежит. По виду, конечно, они немножко отличаются, но как бы в форме почти в одной я все делаю, мне так удобно. Вот, это следующая пьяная коза. Значит, это все ведра, которые у нас освободились, потому что я уже приготовила сыр сейчас. Ставим. Он и без вина так сладковато. И без вина таким вкусом пахнет. Угу. С вином только посильнее. Пьяная коза, я имею в виду. Так. Так. Все ставим. Ну и теперь, конечно, мне нужно просто запечатлеть этот процесс. Я имею в виду поливание вином, просто это очень красиво. Сырок тут отдыхает такой, да? Ой, мне надо было взболтать это, а я забыла. Ну ладно. Сейчас, чуть позже, мне здесь нужно устроить фотосессию. Я сейчас... так классно. Да, камеру-то. И в камеру, и без камеры. Так это все красиво смотрится. Так, тарелку постирать тоже. Это постирать. Это стоит теперь надолго. Часа два на одной стороне будет у меня мочиться, часа два на другой. Я первые сыры, когда делала, я протирала. Как положено по рецепту, протру, уберу. Я потом думаю, так не пойдет. Во-первых, такого цвета насыщенного не бывает. Уж положил, так положил. И вот такой он яркий. Блин, ну да.
Вообще, и самое главное, натурально. И сам сыр натуральный. И корочка эта натуральная, и цвет натуральный, да? Так, это куда-то мне надо поставить в бок. Насобирал? Что? Насобирал? Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.